Здравствуйте! Предлагаю вашему вниманию лот номер 3 «Я-я Леди Спринг Саммер». Женский микс, страна Голландия, демисезон, количество в мешке 35 единиц. Платье туника, 100% катон, зеленого цвета, размер S, это 44-й. Длинное черное платье, трикотажное, со вставками из шифона, как по низу подола, так и по верху. Размер здесь 44-й. Джинсы с зеленым таким оттенком. В ткани присутствует стретч. Размер 42-й. Я называю российские размеры. Европейский 36-й. Блуза. По плечу вот такая вставка идет шифоновая. Небольшое вот пятнышко имеется в виде грязи, скорее всего. Размер 42-й российский. Джемпер-туника. Рукава шифоновые. Резинка такая же трикотажная, как и основа джемпера. Размер 44-й. Блуза разноцветные. Можно одеть с любым цветом. Голубым, коричневым, бежевым, белым. Размер блузы 36-й, это 42-й российский. Вот такая вот блуза, не хочу распаковывать, она была в предыдущих мисс-миксах. Спинка вынята, на такой специальной держится тесьме, а горловина полукруглая. Размер здесь 44-й. Толстовка бежевого цвета, тоже имеется здесь небольшая запачканность. У рукавов имеются вот такие защипы, то есть что создает объем блузе. Размер здесь будет XS, это 42-й. Вот такая нежная голубая блузка, это перед ее такой вырез небольшой, полукруглый. И спинка, смотрите, как интересно сделана. Идет валан, который идет по спинке, переходит в рукав и до конца. Здесь такой вот манжет. И это треугольный вырез. То есть такой вот интересный дизайн, необычный. Размер здесь будет 42-й. Джинсы. Высокая посадка, присутствует стретч. Размер 42-й. На одном колене вытертость такая искусственно составлена, на другом такая вот прикольная вырезная дырочка. И низ, смотрите, как сейчас модно, все актуально. Спортивные лосины серого цвета, на поясе люрексовый такой ремешок. Размер здесь 44-й. Манишка, рубашка под пиджак, когда хочется одеть пиджак, но жарко вроде одевать с рукавами блузу. Вот такой вот вариант придуман. Очень необычный и, так сказать, комфортно будет. Джинсовая куртка. Спереди она просто прямая. На спинке, на резинке. Два кармана внизу имеются. Размер это будет 42-й, российский 48-й. Кардиган. Такого, даже не знаю, как сказать, красно-розового цвета. Расцветка меланж. Размер здесь XL. Это 50-й. Вот такое платье туника, скорее всего это туника, большие вырезы, то есть носить джинсами, с лосинами, рукав 3/4, горловинка, размер XS, это 42-й. Брючки, размер 40-й. Спортивные брючки, прямые, имеется такой лампасик, размер 42-й. Топ горчичного цвета, размер 46-й, спереди вот так он цельный, а сзади, смотрите, как интересно сделан, идет кружево, и оно идет по низу, да, по спинке. Брючки прямые, стретч присутствует, бежевого цвета, хорошая посадка, размер 42-й российский. Вискозная футболка с V-образным вырезом, размер 44-й. Платье черного цвета, на одно плечо, размер здесь 44. Вот такой кардиган,
жакет, пиджак, как называть. У него имеются специальные шлевки для пояса. Вытащили. Вот так смотрится стильно очень. И плюс есть такой создать можно комплект такого же цвета брюки. У пиджака размер 36 и у брюк. То есть размер здесь совпадает. Как часто бывает в стоковых вещах, он не совпадает. Здесь совпадает, вот такой комплект получается. Рукава вот загибаются такие манжеты. То есть это 36 и брюки, и вверх. Это получается 42 размер. Ну, на 44, я думаю, тоже пойдет. Джинсы узкие, тоже присутствует стретч. Размер 34, это 40. Брючки на резинке, плюс на поясе. Размер здесь 40. Такого же фасона сверху юбка, как и у брючек. Видите, тоже пояс, резинка. Размер здесь 42. Вот такая блуза. Скорее всего, это вискоза. Здесь имеется вот такой дизайнерский подход. Полоска серого цвета. Рукав 3/4 на манжете. Размер 42. Джемпер очень тонкий, нежный. Такой свободный рукав, переходящий. Так, как бы похожий на фасон летучая мышь. Размер 44. Очень теплый кардиган белого цвета, толстая вязка. Размер здесь М, это 46. процентов шерсть, 21% мохер, 17% вискоза и 15% полиамид. Состав очень хороший. Очень хорошая ткань, бордовое платье бордового цвета, ткань плотная, такая под атлас сделана, длинный рукав на манжете, это треугольный вырезок такой, под горлышко, 48 размер, это европейский 42. Вот такого плана джемпер, черного цвета. Внизу, смотрите, какой пояс интересный, серого цвета, он вшит в бока, и его можно завязать, то есть дополнительный дизайн, очень стильно, красиво смотрится. Размер 44. Блуза белого цвета. Размер здесь будет 40. Юбка, не хочу доставать ее из пакета. Она была в предыдущих лотах. Такая сделанная под атлас или очень тонкую кожу. Размер тоже 42. То есть вот такой можно комплект создать. Также в этом миксе присутствует вот такой гофрированный шарф. И вот такие полуботинки. Они такого необычного, с перламутровым оттенком, цвета такой серый идут. Вот такого плана. Спасибо за внимание.